Ребятушки, сегодня всем привет. Сегодня у нас, скажем так, очередной обзорчик, ну или распаковочка. Так, и как вы думаете, что это у нас? Так, запаковано. Ага, вот, и открывается в таком пакетике. Я сначала, когда это увидел, подумал, что это что-то типа спального мешка. Так, значит, вот такой вот чехол на веревке, причем видим, он вот этот вот утягивающий. То есть, да, мы когда сюда что-то положили, оп, затянули, все окей, сумочку можно использовать. А тут у нас что? Вот такая вот простыночка, или как это назвать, ну либо мини-плед. Вот. Ой, ну чтобы вам показать размер, посмотрите. Вот такой вот края, обшиты синими нитками. Ну, честно говоря, не думаю, что они долго продержатся, но тем не менее приятненько, приятненько. Ткань на ощупь приятная. Опять же, я думаю, вы ее раз используете, больше никогда в этот пакет ее, ну, чехол совать не будете. Но чехол вам пригодится, не знаю, сменную обувь в школу носить, либо на работу. А вот это уже используйте по назначению. Вот такой вот обзорчик. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.